Уважаемые дамы и господа, вас приветствует Вадим, агент недвижимости «Золотое кольцо». Благополучие. Вашему вниманию предлагается небольшой обзор окрестностей, который примыкает к городу Карабаново, где у нас продается несколько домов и полдома на улице Красногорской. И также участки в деревне Степково. Вот река, прекрасная, вид на церковь. Вот там у нас на улице Красногорской, улица Красная, прямо с видом на церковь, продается жилой дом, 1 470 000, с газом, с центральным водопроводом, на участке 8 соток. Ну, прекрасные, красивые места, хочется, чтобы вы видели, что тут у нас, так сказать, происходит. Ну и также тут у нас в деревне Степково есть участки недалеко, есть, полдома, вот как я говорил, на улице Красногорской, есть чуть подальше. Есть дачи в садовых товариществах «Текстильщик», лесной участки есть, садовое товарищество там лесной, и солнечный. Места красивейшие. Вот тут обрыв, песчаные места, сосны, березы. Вашему вниманию, очень-очень красивые у нас тут места. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Территориально мы находимся, рядом с церковью, которая находится при въезде в городе Карабаново. Тут вот там улица Красная, вот тут, улица Красногорская, и вот там у нас недалеко деревня Степково. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо», благополучие. Рыбалка, охота тут, пожалуйста. То есть снимаем окрестности города Карабаново, который состоит тут, как у нас и частный сектор есть, вот дома частные, и также многоквартирные пятиэтажки, и супермаркеты, и больницы, и школы.